Десяток коллективов сражаются за звание лучшего. Танцевальная битва проходит уже второй год подряд. Определяют победителя. Участники шоу «Танцы на ТНТ». Вместо обещанной Алисы Доценко выступила Маиза Клаудия. О своем журналистском прошлом вспомнил зампредседателя местной думы Артем Детышев. Ну, здорово, мы очень рады видеть тебя здесь. Спасибо большое, что ты здесь тоже с нами и празднуешь юбилей нашего любимого города. Спасибо большое. Ангарск – лучший город на земле. Точно. После череды батлов Маиза признала лучшим коллектив New Star, и праздничный концерт продолжили местные коллективы. Георгий Серышев и группа Burn пожелали ангарчанам много светлых и солнечных дней. Игорь Ясный порадовал песнями об Ангарске. Ярко, зажигательно, эмоционально выступила группа Эстрада. И в самом завершении настал черед столичных певцов. Дорогой город Ангарск, поздравляем с 65-летием. Вы лучшие, спасибо вам за это. Всем любви и счастья, радости, улыбайтесь побольше. С днем рождения! Ура, 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 ура! Кульминацией юбилейных торжеств стал весьма продолжительный праздничный салют, который был виден из многих районов города.